Всем здрасте, прошу прощения за некоторую заминку. Я тут слегка увлекся. А вот у нас сегодня разговор про сетевые протоколы в Linux. Вот, и поскольку сегодня часть уже прикладная, которая требует приложений, я грешным делом увлекся программированием сетевым под Linux. Думал вам все это показать, но когда оценил масштабы сырого конспекта, который просто вот что нужно сделать, я понял, что переборщил, так что у нас сегодня будет немножко сумбурная лекция. Она в какой-то момент превратится просто в чтение вот этого сырого конспекта, вернее, той части сырого конспекта, которая не относится к сетевому программированию. Вот. Ну, что поделаешь. Значит, ну, у меня правда были идеи в качестве домашнего задания дать там написать скрипт на питончике какой-нибудь, который с сетями работает. Ну, в общем, наверное, не буду этого делать. Давайте мы сначала поговорим бла-бла. Значит, что касается бла-бла, мы переходим на прикладной уровень разговора. Да? На самом деле прикладным уровнем мы пользовались почти всю дорогу, явно или неявно. И в следующий раз еще поговорим, какие прикладные сервисы обязаны существовать в сети, чтобы вообще все эти ваши интернеты работали, ну, типа DNS. Вот. Но это будет в следующий раз, потому что сегодня мы будем разговаривать о возможностях поддержки прикладного уровня, который предоставляет Linux. Именно по этой, кстати, причине, да, у нас будет сегодня довольно много Linux и Linux-специфичного всяких systemd и вот этого всего, просто потому что мы добрались, наконец, до того места, где операционная система работает как операционная система. Значит, напоминаю, что по введенной нами с самого начала дихотомии на прикладном уровне у нас есть две важные цели, которые преследуют, собственно, объявление того, что этот уровень существует. Во-первых, нижний, bottom half, у нас есть некий сетевой трафик, и для того, чтобы этот трафик вообще состоялся, нужно активировать какой-то прикладной интерпретатор этого трафика. То есть вот на транспортном уровне к нам пришел какой-то поток данных. Этот поток данных надо ассоциировать с соответствующим интерпретатором. Вот. И сам интерпретатор операционная система должна запускать, останавливать, перезапускать. Ну, короче говоря, как там реагировать на то, что прикладной уровень внезапно перестал быть прикладным, а может не внезапно, может это было запланировано. В общем, обслуживание интерпретатора. Вот. А вторая задача, top half, это, собственно, сам интерпретатор, и тут мы вообще теряемся, растворяемся в бесконечности, потому что прикладных протоколов на свете очень много, их можно придумать хоть сейчас 100-500 штук, не сходя с места, и разговаривать про все из них мы не будем точно, может быть, про какие-то мы поговорим в следующий раз. Ну, опять же, да, дихотомия продолжается. На уровне активации обслуживания интерпретатора есть две задачи, собственно, связь транспортного уровня и прикладного, то есть связь порта, на котором происходит транспортное соединение и интерпретатора, ну или не соединение, если это UDP, то на котором датаграмма приходит. Вот. И вторая задача, чистая задача операционной системы, к сети она уже отношение имеет только очень постольку поскольку, и это как этот сам интерпретатор, который будет жевать наш прикладной трафик, как он в составе операционной системы работает, как его запускают, останавливают, что делать, если он остановился, ну вот это вот все. Вот. Еще две задачи, о которых мы сегодня поговорить точно не успеем, видимо, тоже надо будет перенести на следующий раз, это организация некоторого информационного пространства. То есть анонсирование всевозможных прикладных служб, которые готовы вас обслужить, но вы об этом не знаете. Это первая задача. Вот. И вторая задача – это тоже задача со стороны операционной системы. Она не имеет отношения, прямого отношения к понятию сети. Это задача, как грамотно организовать потребление ресурсов этими прикладными сетевыми службами, потому что они могут сожрать всю память, они могут нафоркаться и сожрать все процессы, они могут сожрать весь трафик и так дальше, и так дальше. Вот. Забавная ситуация состоит в том, что где-нибудь на уровне фаервола, на уровне транспортного или даже ниже, на уровне, значит, сетевого, мы можем что-то делать с учетом трафика и что-то с ним, как-то его регулировать, а вот на уровне прикладном, когда, собственно, уже приложение жует наш трафик, в
приложении очень часто не бывает этого самого учета. То есть, значит, это должна делать как-то операционная система, причем как-то вот отличать одно от другого. Мы, наверное, если доберемся до фаерволов, поговорим на этот счет про то, как раз на уровне фаервола это делается. Вот такие, значит, задачи. Так что из всех задач, которых мы, из этих трех, на самом деле, еще четвертая задача запуска обслуживания интерпретатора, да, это не цель, это задача. Давайте мы это поправим. Значит, запуск обслуживания интерпретатора – это у нас задача, а цель – это как это правильно сказать? Обеспечение чего? Надежности, готовности. Вот. Потому что мало ли как мы это сделаем, это обеспечение готовности. Я, например, в нулевые годы прям реально щупал пальцами такую штуку, которая называлась Тукс в честь пингвина, и представляла собой HTTP-сервер, встроенный в ядро Linux. То есть ты запускаешь ядро, а там HTTP-сервер. Предназначена она была для баннерных сетей и адово оптимизирована, это такие патчи на ядро Linux. И адово оптимизирована для того, чтобы миллионы баннеров в секунду выдавать. То есть, как решается задача обеспечения готовности сервиса, это обеспечение. Это вопрос очень интересный, непрямой и может решаться по-разному. Ну вот, поэтому это отдельное, вернее так, цель наша, чтобы сервис был готов. А какие задачи для этого мы решаем? Ну вот, например, запускаем интерпретатор руками и обслуживаем его функциональность. Вот. Значит, еще немножко бла-бла. Но уже чуть ближе к тому, как это все устроено в системе. Значит, давайте, что ли, запустим запустим какую-нибудь виртуалочку. Напоминаю, мои волшебные скрипты в действительности вызывают в Box Manage. В Box Manage здесь не видно, он сначала сделал снапшот под названием VBSnap, потому что клонировать можно только из снапшота. Ну, просто этот снапшот у меня уже есть, в процессе подготовки к лекции он был сделан. А потом, когда, значит, этот снапшот есть, он клонирует нашу машину, добавляя ей чего? Добавляя ей, подключая к ней внутреннюю сеть под названием Internet. Вот. Теперь ее можно, кстати, запустить. Вот, мы сейчас запустим ее в headless режиме. Это не очень удобно, и мы воспользуемся маленьким таким костыликом, но пускай будет. Вот. А, слушайте, нет. Нет, 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 нет. Убиваем. Убиваем, убиваем. Забыл. Забыл, потому что я хотел показать, какие у нас изменения произошли в виртуальной машине. Возможно, некоторые из здесь присутствующих сейчас немножко подгорит, но тут я не виноват. Да, значит, люди, которые в теме, при словах Linux и подгорит, конечно же, все поняли. Речь идет о том, что в нашей виртуальной машине, в нашем образе появился systemd. Вот. Поэтому запускаем его не headless, а GUI. Че, он еще не умер? А чуть он работает? А чуть ты работаешь? А выключаться ты будешь или кого? Вот, появился systemd. Давай подглядим. Дорогой. О, выключился. Просто мы не дождались. Ну хорошо. Все, значит, запускаем его еще раз. Вот. И наблюдаем загрузку операционной системы, в которой сначала никакой systemd нету. Вот. Об этом в Linux обычно этим. Вот.
значит, о том, что никакой системды нет, обычно в Linux видно по тому, что окей выводится в правой части, а о том, что системды есть, обычно в Linux видно, что окей выводится в левой части, потому что, значит, ну, кстати сказать, это зато хорошо видно, что он есть. Вот. Кстати, побыстрее стал загружаться. Systemd занял там несколько мегабайтов, потому что он скомпилирован с достаточным количеством больших библиотек и с ним, ну как больших, несколько мегабайтов. С ним кое-что приезжает. Ну вот теперь выглядит теперь наш сервер выглядит вот так. Вот. В остальном, в общем, ничего не изменилось. Мне пришлось кое-чего там перенастроить на вкус Systemd, но это, в общем, не так уж и важно. Значит, напоминаю, что vb-connect — это скрипт, который, ну давайте мы его посмотрим. Это скрипт, который подсоединяется к нашему порту нашего сервера вот с помощью соката, вот, у которого включается roll режим какой-то хитрый, выключается эхо, чтобы то, что мы вводили, немедленно нам сам сокат не выводил. Ctrl-O является символом, escape-символом, то есть он останавливает соединение, ну и вот присоединяется он на CP localhost. Соответственно, все остальные части этого скрипта предназначены для того, чтобы распарсить, например, какие сейчас у нас запущены машины, на каком порту там TCP.com. Вот, значит, 2301. Заходим на нее. Вот. С вашего позволения я включу грязный хак, который немножко улучшает внешний интерфейс этого самого. Вот. И вот наш машинка. А, я запустил вот зачем. Значит, в действительности я запустил ровно для одного. Смотрите. Для того, чтобы вообще происходило какое-то сопоставление потока данных интерпретатору, было бы неплохо что-нибудь сделать. Вот. В действительности можно не делать абсолютно ничего. За единственным исключением, для удобства большая часть известных сетевых служб регистрируется в организации там IANA. И мы уже видели этот файл. Вот. Он, правда, тут, видите, очень-очень старый, есть гораздо более новый, вот. Но, ну, просто тут уже дофига всяких служб. В этом файле описано сопоставление номера порта и название службы, которая с той стороны может нас встречать. Некоторые из этих названий мы вообще уже не помним, зачем они нужны, и что это вообще такое, и все это угрюмое легаси из прошлого тысячелетия. Вот, возможно, в этом смысл особо не использовать этот файл. Но, тем не менее, идея состоит в том, что если ваш... А вот, например, OpenVPN вполне себе нормальный. Вот, современный. Но смысл этого файла состоит в том, что если у вас есть какой-то декодировщик, у которого встречается номер порта, этот номер порта может быть преобразован в имя порта сообразно файлу TC-Services. Вот. Так что если, так сказать, мы хотим, чтобы вывод был читаемый, то, наверное, значит, это не последний файл, удобный. Вот. Значит, так, тут вот ошибочка в табуляции. Вот она. Как я уже сказал, для того, чтобы запустить в операционной системе Linux какой-нибудь сервис, можно не делать ничего. Вы можете все сами написать на C, C++, Python, Lua, не знаю, на чем хотите, на Shell. Нет, на Shell не можете. Вот. То есть не обязательно пользоваться возможностями системы по запуску прикладных сервисов, можно писать все самому. Это вот сейчас пойдет то место, которое мы будем яростно пропускать, потому что если мы его не пропустим, то мы завязнем навсегда, а именно программирование для обеспечения TCP клиента и TCP сервера. Что делает TCP сервер? Он биндится к определенному порту, к определенному сокету.
Вот, сокет — это, значит, собственно, такая абстракция для асинхронной передачи данных, которая может быть сетевая, Unix-домен, абстрактная, еще какая-то. В общем, разные бывают сокеты. Вот, и ваш сервис к нему биндится, то есть ждет подключения. Нет, биндится — это он регистрируется, что он к нему подключается. Дальше он, listen, ждет подключения. То есть находится в режиме ожидания, когда ему придет сообщение, что «а вот тут пришел клиент». И в тот момент, когда приходит клиент, он вызывает, делает accept. Это значит, что ему передается, собственно, ну, понятно, биндится он к определенному порту. А когда приходит accept, ему говорится, с какого айпишника и с какого порта отправителя произошло соединение. И вот это самое соединение наша служба обрабатывает. При этом, как видите, на долю системной службы, которая сама в обход операционной системы воспользовалась возможностью обрабатывать подключения входящие, выпадает, собственно, обработка всего транспортного уровня. Да? Вот весь этот bind, listen, accept — это вся фишка, связанная с сокетами. То есть с абстракцией транспортного уровня, которую предоставляет Linux, ядро Linux. То есть все, что связано с транспортом, тоже нужно делать приложению, если мы не пользуемся какими-то системными фишками для этого дела. И это означает, что и вот всю задачу готовности этого самого нашего сервиса тоже должны делать мы. Например, соединение закрылось. Надо продолжать слушать на этом порту следующее соединение. Да? Мы хотим, чтобы на вход, чтобы наша служба обрабатывала сколько угодно соединений. Что это значит? Это значит, что после каждого акцепта, получая сокет и открытый и точные данные от отправителя, мы должны форкнуться. Вот этот процесс, который обрабатывает прикладное соединение по данному транспорту, форкнуть в отдельный процесс, ну или там, если мы хотим, где можно сделать thread, а не fork, это неважно. Вот. А сами должны продолжать тут же слушать дальше. И когда приходит следующее соединение, снова его заакцептить, снова зафоркать очередной процесс и так дальше это делать. Вот. Значит, такие дела. То есть вся вот эта машинерия должна быть выполнена нашим сервисом. Это именно мы должны принять решение, у нас одно TCP соединение с ожиданием, или сколько угодно TCP соединений с форком, или N TCP соединений, не больше, а дальше ожидания, иначе мы сожжем все системные ресурсы. Вспоминаем задачу учет потребления ресурсов. Все это мы должны сделать сами, если мы сами пишем такую службу. Кстати сказать, такая служба есть. Давайте мы прервем наше бла-бла, и мы прекрасно ее знаем. Некоторые системные утилиты, например, Socket, умеют работать в таком режиме. Ну, прям вот ровно в таком. Смотрите. Socket. А, у нас же есть 127.0.0.1, да? Шикарно. У нас есть 127.0.0.1. Давайте сейчас я одну вещь проверю. Скрин. Сейчас, давайте попробуем так сделать. Отлично, it works. Вот, значит, что я сейчас сделал? Давайте я еще раз повторю. Значит, я ленивый, и вместо того, чтобы работать в нескольких консольках, а у нас есть консольки, одна консолька, вторая консолька, третья консолька, четвертая, пятая и так дальше, это Alt F1, Alt F2, Alt F3, Alt F4, Alt F5, Alt F6 и так дальше. Поскольку мне хочется иметь возможность копипастить вот отсюда, вот сюда,
то я не стал пользоваться консолькой, и в следующий раз я вообще могу headless запустить эту самую виртуалку. А вместо этого запустил на самой виртуалке такую фигню под названием GnuScreen. GnuScreen — это такая очень олдовая утилита для данных случаев, более современная называется Tmux, но Tmux требует установления glibc-локали, они занимают там много мегабайтов, я решил сэкономить на это. Так вот, значит, скрин — это такая штука, которая обеспечивает нам несколько одновременных терминалов в рамках одного терминала. Вот мы запускаем скрин минус rd, получаем терминал. Вот. Да. И если мы хотим еще один терминал, мы говорим Ctrl-A, Ctrl-C. Вот теперь у нас их два. Вот это первый терминал. Сейчас давайте покажу. Жалко, что у скрина нет вкладок. А давайте проверим, вдруг есть. А, вот это вот ненавижу. У меня сломалась эта штука. Она теперь вот так делает. Дура. Вот. Сейчас попробуем. Гну скрин табс. О, caption always, да? Ну-ка. Да блин. А, потому что скрин, да. О, отлично. Умеет. Надо будет поправить. Ну вот, значит, теперь у нас внизу написано, на каком мы экранчике. Нулевой экранчик, первый экранчик. 20. Не будем путаться. Жалко, что тут нет табов как табов, чтобы их было много. Но ладно, пускай будет так. Так вот, значит, я запустил GnuScreen. Теперь я могу присоединяться несколько раз к одной и той же машине. Вот. Чтобы, например, на одном экранчике запустить неткат или там сокат, а на другом им воспользоваться. Вот, давайте теперь, значит, вернемся к нашему сокату. Вот. Где она тут? Вам все это, в принципе, использовать совершенно не обязательно, да? Вам это использовать совершенно не обязательно, просто вот имейте в виду, что если вы, как и я, хотите пользоваться телнет, ну не телнетом, а, короче, компортом для подсоединения к консоли, то чтобы из нескольких окошек все это сделать, можно пользоваться скрином. Так, значит, что я хотел? Я хотел запустить сокат. Обратите внимание на то, как этот сокат запущен. Значит, мы запускаем его как сервер, который слушает. Это вот ровно то самое, о чем мы сейчас говорили. Bind, listen, accept. Вот. А в качестве клиента с той стороны мы обычно использовали stdio, stdio или просто минус, а здесь мы возьмем и запустим календарик. Пускай у нас наша служба сетевая, которую мы сейчас организуем, на TCP порту 1, 2, 3, 4 показывает календарь. Бэмс. Значит, вот я переключился на другой экранчик. Давайте мы скажем netstat минус LTP. И нам расскажет netstat о том, что на порту SSH. А что такое? А давайте LTP Ян скажем. Вот, на порту SSH у нас на 22-м слушает SSHD, а на порту 1, 2, 3, 4 у нас слушает SOCAT. Вот этот ключик N означает не ходить в EDC Services и не превращать номер в, значит, слово, а адрес в такое, да, значит, то, что мы слушаем на IP-адресе 0000, означает, что на любой интерфейс подключение возможно. Кстати, мы же не настроили ни одного интерфейса. На какой такой любой интерфейс возможно подключение? Ну, очевидно, на какой. На лупбэк. Лупбэк есть всегда, значит, ну или почти всегда, по крайней мере, по умолчанию он всегда настраивается. Вот он уже настроен и тут прекрасно работает. То есть на 127.0.0.1 мы можем присоединиться как это самое, как родные.
Вот, значит, и вот у нас там, значит, некий сокат обслуживает нас TCP подключение на раз, два, три, четыре. Шикарно. Сейчас мы к нему подключимся. Netcat. Localhost. Раз, два, три, четыре. Та-дам! Что сейчас произошло? Я вам говорю, что с той стороны соединение закрылось. Больше нас не разрешают. Вот. Но хуже то, что вы видите сейчас. Что это за ерунда? Погодите, погодите. Давайте посмотрим. Netstat минус listener TCP. Нет никакого порта 1, 2, 3, 4. Почему он говорит, что адрес already in use? Правильный ответ. Если мы уберем listener, мы увидим, что у нас сокет-то закрылся, соединение закрылось, а, вернее так, листенера нету, а вот соединение сокет с 1, 2, 3, 4 на 5, 2, 5, 4, 2, 7, 0, это вот это временный сокет, который создавал вот этот неткат, временный порт отправителя, который создал вот этот неткат. Вот этот сокет все еще висит. Он висеть может минут 4. О, умер. Засинкался. Вот. То есть, оказывается, с этим... Ну, понятно, зачем это сделано. Чтобы нельзя было... Во-первых, чтобы нельзя было проэксплуатировать уже бывший сокет, для которого, возможно, где-то правила осели, что, о, у нас тут соединение с порта 54270 на порт 1, 2, 3, 4, оно разрешенное, все хорошо, давайте его, значит, подключать, да, чтобы не получилось так, что там случился финак, а тут, значит, тут поехали. Ну и по разным другим причинам. Короче говоря, есть резоны такой сокет держать временно в течение тайм-аута активным, вот, хотя уже все соединение было закрыто. Поэтому, оказывается, написание сетевых сервисов не такая простая штука. Спасибо авторам Соката, они придумали, то есть, ну, разумеется, есть стандартная технология написания сетевых сервисов, и они ее заимплементили в, собственно, самом Сокате. Для того, чтобы такая штука работала, нужно открывать сокет с опцией reuse add. Я вот на это тоже потратил грешным делом немножко времени, а теперь вам не показываю, в смысле написание программы такой. Вот, смотрите. Ну, понятно, у нас соединение закрылось, но теперь мы можем заново его запустить. Вот. Вот, пожалуйста, одноразовый сервис. Чего мы не сделали? Мы не озаботились тем, чтобы респавнить после каждого закрытия наш сервер. Вот. И опять-таки, поскольку мы сейчас говорим про то, как написать, вернее, как использовать, написать мы не будем, как использовать транспортный уровень прямо на уровне того приложения, которое мы запускаем, то есть оно должно обслуживать и транспортный, и сетевой, сами должны озаботиться респавном. По секрету скажу, что в этом самом в Сокате, кажется, есть такая опция. Вот этого я точно не пробовал, но, по-моему, можно написать так. Давайте попробуем. Ага, it works. Вот. Такая вот фигня. Что сейчас происходит? Сейчас происходит довольно сложная штука, о которой я говорил в начале. Значит, Сокат слушает на раз, два, три, четвертом порту. Биндец к нему слушает. Акцептит соединение. Форкает полученное соединение. Кстати, можно ему сказать какой-нибудь вербоз, да? Минус x и минус v. Да, давайте посмотрим. Минус x. Writes transferred data only not only to the target streams, but also to the ER. Это неинтересно. А минус v. Вот, минус v, right? Да нет, а как же, ну, лог? Лог я хочу, дебаг я хочу.
А, минус D. Минус D. Да, это help, это help. Видимо, минус D. Да. Минус D. Хорошо, давайте попробуем. Так, минус D, минус что там еще? Минус D большое. Бумс! А он прям все сисколы тут нам залогил. Ну молодец, чё. Вот вам системное программирование, как оно есть, смотрите. Да? Во. Ну, это он сигналы обрабатывает. Это он от exit, это он память, это он йоктлит, видимо, что он йоктлит. Сокет он йоклит. А где он открывает? А вот он открыл сокет. Вот к нему забиндился. Вот он к нему залистнился. И теперь вот он ждет. Пожалуйста. Вот он вот, открыл сокет. Настроил его. Залистнился. Забиндился. Где? Забиндился. Вот, залистнился. Ждет. Вызвал селект. Шикарняк. Давайте мы сделаем вот так вот. Жмух. Что произошло? С тех пор. Ничего не произошло. А почему ничего не произошло? А, вот почему. Непонятно по чуть-чуть такое, но. Ну, короче, вот. Да, по крайней мере, мы видим, что он сделал. Значит, вот он завис в селекте, прочел. Где-то здесь он должен был форкнуться. Наверное, видимо, раньше. Давайте посмотрим. Форкнулся. Вот он. Child process понастраивался. Вынул оттуда. Записал у нас в ту сторону right. Ну, короче, вот вся картина перед глазами. Он там еще где-то должен был экзекать наш этот самый кал, календарь. Вот, ну, в общем, вот. Вот так это и работает. Вот вам, пожалуйста, сетевой сервис, написанный руками до нас. Я решил, что мы сами не будем его писать. Окей, значит, все хорошо, но вызывает некоторое странное ощущение, что мы перекинули на прикладной уровень решение задач, которые, с одной стороны, связаны с транспортным уровнем селекты, бинды, вот это вот все. А с другой стороны, связаны с уровнем операционной системы, а не с уровнем приложений. Что бы такого придумать? Придумать для этого можно использовать саму операционную систему и ее подсистему запуска всевозможных служб. Вот. Тут нас начинает преследовать и больше не даст нам покою SystemD, как наиболее динамично развивающаяся служба систем запуска старта и профилирования системы. Вот. Раньше в лекциях я еще рассказывал про другие, их несколько. Вот самая такая популярная до появления SystemD, собственно, Sys5 init. Вот. Но по некоторым причинам я не хочу. У нас все-таки разговор не про Linux как таковой, а про сети, и поэтому линуксовую часть я ограничусь одной какой-нибудь. Вот в этом смысле удобнее SystemD. Значит, сразу предупреждаю, у меня SystemD не подгорает, так что не пытайтесь завести, значит, SystemD продуктивный диалог со мной. Но я, как и многие, имею некоторые претензии к этой команде. В основном мои претензии к юзабилити. Я вот на что меня можно развести, это на рассказ, как же этим всем пользоваться неудобно. Вот. Нас тут поздравляют с днем Рунета. Ну, спасибо. Да, спасибо. Вот. А значит,
Ну ничего, будем страдать, если или не будем страдать. Значит, как видите, мы сейчас вообще работаем в рамках одного сервера. Ничего не стоит сейчас заклонить машинку, настроить сеть и работать по сети, но поскольку речь идет о прикладных заданиях, то 127.0.0.1 will do. Так вот, что такое запуск служб с точки зрения systemd? Запуск служб с точки зрения systemd – это некоторый описатель, вот, в котором… Да, но тут не будет примеров, они где-то отдельно у него лежат. А нет, есть примеры. Вот. Это некоторый описатель, в котором указано, во-первых, что это за служба, что это за юнит. И во-вторых, какого типа сервис, который этот юнит поднимает. Да? То есть, все предельно просто. На нижнем, на, так сказать, на простом уровне все достаточно просто. Здесь мы описываем, что это за сервис такой и какие у него, скажем, требования. Сейчас давайте посмотрим, что в секции unit описывается. Вот. Да, значит, description, documentation, если есть, можно ссылку на документацию засунуть, чтобы сразу люди пошли на сайтик или там в MAN или еще куда-нибудь. Вот. Его зависимости указываются в секции unit, то есть, что он хочет, кто его хочет, какой частью является, частью какой большого сервиса является и так дальше, с чем конфликтует. Короче, зависимости. Ну и вон куча всяких параметров, которые, значит, которые описывают наш сервис. Там какие-нибудь пределы, ну вот это вот все. И это речь идет, не сервис, наш юнит. Это и речь идет об описании какой-то штуки, которая управляется демоном systemd. Сервис – это конкретно служба, потому что демон systemd управляет не только службой, например, сокетами, мы про них поговорим сегодня. Вот, ну, сокеты. Значит, сервис – это конкретно служба, и в описании сервиса обычно указывается, как запустить, какого типа, что делать при запуске, не надо ли при запуске еще что-нибудь запустить дополнительного, нет ли там каких-нибудь конфигов, ну, вот всю вот эту ерунду. Мы с вами глубоко в это залезать не будем, потому что мы разговариваем все-таки про сеть, а не про Linux. Вот. Но кое-какие вещи нам придется сделать. Вот. В частности, давайте создадим сервис. Для того, чтобы создать сервис, вызывается команда systemd edit. Это первая моя претензия к всему этому безобразию. Systemd edit написан так, что его, например, ну, он, в общем, фигово написан. Ну, то есть, нет, он написан достаточно неплохо с точки зрения защиты того, что происходит, вот, но использовать его, значит, довольно странно. Значит, что это такое? Systemd edit – это скрипт, который позволяет вам безопасно редактировать системный сервис так, чтобы от этого не страдали все остальные сервисы и работа операционной системы. Чтобы не получилось так, что пока вы редактируете, этот сервис, например, решил перезапуститься, заглянул в неполноценный сервис-файл и упал. Вот. Выглядит это так. Едет. Дальше вы говорите название сервиса. У нас календарь. Значит, это будет календарь.сервис. Ага. Дальше начинается особенность юзабилити. Дело в том, что в systemd есть довольно забавный механизм патчей на эти самые сервисы. Например, если пользователь хочет что-то попатчить, а ему не разрешают сам сервис редактировать. И поэтому в действительности так может получиться, что один сервис состоит из многих файлов, которые потом склеиваются в один, патчат друг друга. Ну, короче, забейте. Вот. Все хорошо. А, гнуна. Не хочу гнуна. Ужас какой. Не хочу гнуна. Вот. Давайте сделаем экспорт editor равняется vim. Вот. Обратите внимание на то, какой файл я редактирую. Я редактирую страшный совершенно файл под названием что-то, где-то, куда-то, как-то, вот, вот. Это временный файл, который создается на время, пока вы его редактируете, и это гарантирует вас от того, что этот файл
подхватится как сервис, пока вы его редактируете в неготовом виде. Ну что сюда надо вписать? Да, значит, да, сразу вопрос к юзабилити непонятный совершенно. Имя этого файла таково, что определить, что он является systemd-сервисом, невозможно. Поэтому, если вы хотите раскраску, вам придется его включать руками. Сейчас, или set syntax systemd. Да нет же, ну. Ап. Забыл. Да елки-моталки, прекрати. А, не так. Вот так. О. Или вам нужно настроить Vim особым образом. Сейчас покажу, каким, по ходу, когда мне надоест руками это делать. Чуть позже. Ну что, здесь надо написать description. Description, ну, допустим, календарь-сервис. И, собственно, хватит с нас. А здесь надо описать сервис. Единственное, что нам нужно, это... exec что-то там, сейчас посмотрим. Exec start. Exec start равняется... Ну и давайте мы прям вот скопипастим всю эту ерунду. Нет, не так, Юрий. Значит, ну, вернее, не совсем так. Лучше файл тайп переделать сразу. Скопипастим всю ту ерунду, которая у нас была. А, она не здесь. Она, кстати, на другом экранчике. Мы могли бы и... Вот. Вот. Только DDD убираем. А вот эту фигню оставляем. Вот. Значит, сейчас мы запустили совершенно произвольный сервис. Ну, попробуем запустить совершенно произвольный сервис. То, что он сетевой, это лично наша забота. Как видите, я запускаю тот же самый сокет, прям тот же самый. Вот. Который сам занимается сетью, то есть мы сейчас ничего не поменяли, кроме того, что запуском этой службы ведает теперь у нас systemd. Вот. Давайте проверим, вообще работает эта штука или нет. Как она там называлась-то? Ну вот, я забыл, как она называлась. Как она называлась? System KZL start календарь. Давайте сразу посмотрим на статус. Он запустился, работает. Вот он. Давайте посмотрим, это правда или нет. Ну, в общем, вот он, все правда. Как мы уже пробовали несколько раз ранее, мы можем сказать speedump или там netcat, и должно все заработать. Вот. Вот он работает, он форкается, как бы вот вся та же самая машинерия, которая для нас реализовал Netcat как сетевой сервис, теперь доступна нам из-под systemd. Вот, можно его остановить. И тем самым вот он остановлен. Дыщ. И, соответственно, Netcat не работает. Вот. Все хорошо, конечно, но это, ну, такая идея странная или даже не так. Мы не решили основную задачу. Мы все еще значит, мы задействовали, соответственно, наш systemd, но мы все еще переваливаем работу с транспортным уровнем на, собственно, наш сервис, вместо того, чтобы у него эту самую работу с транспортным уровнем отобрать. Для того, чтобы самому решать задачу организации транспортного уровня, нужна, в общем, другая архитектура. Другая архитектура состоит в том,
что мы самим системд организуем всю машинерию, связанную с биндингом, лиснингом, акцептом и форком. То есть эта системд будет слушать на раз, два, три, четвертом порту, ну, может быть, не раз, три, четвертом, сейчас мы другой выберем. Да? Вот. Эта системд будет принимать подключение, акцептить. Системд будет форкать отдельный процесс. В этом процессе будет запускаться прикладной сервис. И этот прикладной сервис можно написать как программу, которая читает со стандартного ввода и пишет на стандартный вывод. То есть сделать так, чтобы, собственно, сетевая часть вообще нам была неинтересна. Система в лице системд нам произведет подключение, произведет форк, произведет экзек нашего сервиса. Наш сервис покушает из входного потока, из стандартного ввода все, что приплыло из сокета, запишет на стандартный вывод все, что нужно выбросить, вбросить обратно в сокет, закроет их, система совершит закрытие сокета, совершит все эти нужные финаки и отвалится. То есть транспортную часть у нас будет выполнять системд, а прикладную часть у нас будет выполнять кто-нибудь. Давайте мы тогда даже чуть более хитрый протокол придумаем, ну пока никакой протокол, просто, да, и запустим в качестве сервиса, ну не знаю, хексдамп. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно оформить, собственно, сокет. Едет. Что там? Минус-минус форс. Минус-минус фу. Давайте мы, что ли... Значит, что нам нужно написать? Нам нужно написать описание нашей сущности. Что это за юнит такой? Нет, я хочу раскраску. Вот. Description. Description равняется, ну, у нас hexdump, dump socket. Написать слово socket. Вот. Тут где-то должно быть описание man должен быть на этот счет. Вот он. И там нужно что сказать? Там нужно ему сказать. Тоже тут, как видите, овер дофига всяких опций. Нам-то нужно всего лишь сказать, на каком порту он слушает, да? И вот, listen stream. Во-первых, какого у него вида порт? Listen. Какого вида сокет? Stream. Ну, значит, там было 1, 2, 3, 4. Ну, давайте 1, 2, 1, 2. Вот. И во-вторых, какой алгоритм работы? Одноразовый или многоразовый с открытием порком и стыдио? Грешным делом я не умею писать одноразовые сервисы, потому что если мы здесь не скажем, давай форкайся, сам обрабатывай подключение и передавай прикладному уровню только из стыдин и стыдаут, если мы этого не напишем здесь, то алгоритм работы будет такой. Сокет откроется, подключение заакцептится, и этот сокет в виде сокета каким-то образом передастся прикладной программе. Вот я что-то не осилил, как его потом тем же сокатом или кем-то прочесть, поэтому мы сразу переходим к, собственно, полной системной поддержке как самих сетевых подключений, так и множественных сетевых подключений с помощью акцепта и форка. Вот. Для того, чтобы напишем accept равняется yes. Так, это у нас... Чё? Это я в MRC, что ли, сделал? Фу ты, господи.
Так. Еще раз. Hex dump. Точка сокет. Вот. Да. Значит, запишем это. Тут есть одна важная деталь, которую нужно понимать, когда ты работаешь в системде. Опять-таки, у нас не бесконечно времени, чтобы с этим разбираться, но, кстати, времени у нас достаточно. Надо будет подумать еще, что рассказать вам. Вот, не бесконечно времени, чтобы с этим разбираться, но, тем не менее, смотрите, вот этот accept yes означает, что один сокет, который откроет нам системде, будет принимать подключение и порождать много сервисов. Не один, а много сервисов. Поскольку он порождает много сервисов, нужно, и эти сервисы должны друг от друга как-то отличаться. Вместо одного сервиса, описания сервиса, мы должны описать так называемый шаблон. Template. Шаблон от этого самого, от самого сервиса отличается наличием бибячки в имени, в конце. И это свидетельство того, что при каждом подключении при каждом запуске сервиса из этого шаблона он будет получать уникальное имя. Вот вместо этой бибячки будет подставлено, собственно, то, из чего этот шаблон сгенерирован, вернее, тот параметр, на основании которого сгенерирован сервис из шаблона. В нашем случае это будет то ли порт, то ли номер процесса. Сейчас узнаем. Вот. Ну, давайте напишем. Значит, это у нас unit description hex dump service. Вот. Сервис. Ну, exec start. Это был exec start, а ты что написала? User bin hex dump минус c. Это был минус c. Вот. А еще надо сказать, что у него сервис. Вот. А еще надо ему сказать, что у него стандарт input это сокет. Вот. Тут наведем немножко фэншуя. Вот. Поскольку здесь нигде не используется вот это самое идентификатор нашего сервиса, коих может быть запущено много за один присест, это означает, что все обслуживание по всем соединениям будет одинаковое. Если нам хватит времени, мы можем заменить этот hexdump на какой-нибудь shell скрипт и посмотреть, что там можно вписать, какая есть опционализация, то есть что именно приезжает в сервис уникального для каждого запущенной копии этого самого сервиса. Вот. Если мне не изменяет моя способность к копипасте, мы уже сделали все, что нужно. Что? Что это было? Да вроде но. Хорошо, давайте посмотрим на статус. Ну, да, скажем, там сокет. Говорят, что он уже даже и загружен. А сервис? А, ну сервис, понятное дело, нет. Хорошо, давайте ему скажем старт.
System.Ctrl. Вот. Значит, мы сейчас активизировали сокет. Если мы скажем netstat-l-ltp, мы увидим, что на порту 12.12 нас ожидает systemd. На самом деле, под именем init, по системах, в которых вместо init systemd, под именем init выступает systemd. Процесс номер один. Да, то есть, смотрите, у нас уже кто-то слушает на порту 12.12, но этот кто-то ни черта не понимает в прикладном протоколе, который на этом порту 12.12 обязан существовать. Почему? Потому что он в действительности потом из-под себя запустит этот самый прикладной сервис. Прикладной сервис написан так, что он читает из стандартного ввода, пишет стандартный вывод. Ну, в данном случае он только читает... А, да, он читает данные, а потом пишет их. Вот. И он будет активизирован, когда, собственно, произойдет подключение. То есть, если мы сейчас вот скажем, если мы сейчас скажем netcat cat localhost host 12.12, во, то в данный момент все то же самое, за исключением того, что у нас, как видите, образовался сервис запущенный, вот он, у которого идентификатором является, собственно, весь наш вся наша транспортная четверка, да, значит, это даже не только транспортная четверка, еще и номер сервиса, да, это номер сервиса, но количество или порядковый номер нашего хексдампа, это порт отправителя, порт получателя, IP получателя, это IP отправителя, порт отправителя, да, то есть вместо бибячки у нас подставилась вот такая вот наш шаблон, наш поставил, собственно, идентификатор нашего соединения, включая, значит, порядковый номер. Вот. И в данный момент он его обрабатывает. То есть у нас запущен хексдамп. Сейчас давайте даже не так сделаем, а вот так вот. Минус EF G, что ли? Нет. Минус EF. Забыл. Нет. Ну, хорошо. По-моему, бы все-таки было. Ну, не помню. Хорошо, извините. H. О, смотрите, какая красота. Да? Где наш хексдамп-то, чертов? Может, он умер уже? Нет, вот он. Вот он запущен. Его заэкзекали, оторвали, он прям хексдампом там вот болтается. Отлично, давайте все-таки воспользуемся нашим сервисом. Килобайт, когда ты закончишься? Ну ладно, Ctrl-D. О! Не хватило нам до килобайта. Значит, обратите внимание вот на что. Первое. Что сейчас произошло? Мы... SystemD принял подключение на порт 12.12, вернее, забиндился, залистнулся на 12.12 и сидел там. Когда мы подключились, он запустил соответствующую службу, помаркировал ее идентификатором соединения и номером. Все, больше нету таких, только сокет остался. Вот, он продолжает слушать. Обеспечил перевод чтения из сокета на стандартный ввод нашему сервису и чтение из стандартного вывода нашего сервиса обратно в сокет. Еще и буферизовал это по килобайтной или как-то так, потому что сколько мы здесь не набирали, мы буфер не переполнился, надо было больше. Вот, в два раза хотя бы. Ну вот. После того, как мы закрыли соединение, с той стороны закрылся хексдамп, буфер приехал к нам, это вот то, что нам ответил наш сервис, да, и все вернулось на круги своя.
System D слушает на порту 1212, не отсвечивает. Вот. Вот он. Да, и все. Так, давайте еще раз проверим, как это работает. Вот мы сделаем еще раз неткат. У нас опять образовался новый сервис. На этот раз он номер один, потому что это следующий. Он просто их считает по ходу. Вот он. Да? Значит, порт отправителя случайный выбрал с той стороны неткат. Адрес отправителя, порт получателя, адрес получателя, номер, порядковый номер запущенного нами сервиса. И, собственно, вот этот сервис запустился. Кстати, давайте посмотрим, что нам скажет ТП. Ага, вот информация о установленных соединениях. В эту сторону, как мы уже говорили, SystemD слушает. В обратную сторону у нас неткат слушает. SystemD сейчас неткату передаст на стандартный вот, а потом обратно, значит, вот. А, нет, это два соединения, мы же себя на себя. Это наш неткат, вру, это наш неткат подключился, а SystemD слушает. Обратите внимание, что никакого хиксдампа в сетевой статистике, разумеется, нету, потому что хиксдамп обрабатывает стдин, стдаут, он ничего не знает. Прикладной протокол может быть совершенно независим от транспортного и себе обрабатывать прямо текст. Ну вот, ну собственно, дальше попробуем сейчас дождаться конца. О, смотрите, передал я наконец свой килобайт, или сколько там, не килобайт, обратите внимание, довольно странный объем данных передал. Вот, видимо, один TCP пакет так выглядит. Он наполнился, переехал туда, там его обработали и, значит, вернули некий хиксдамп. Вот и вся. А, нет, я же вру, там же хиксдамп, он увеличивается, да, то есть на самом деле их меньше было. Ну, неважно. В общем, вы меня поняли, буферизация. Вот, и это значит, так вся эта картинка работает. Сейчас давайте попробуем, что сделать? Сейчас давайте попробуем посмотреть, как система справляется с множественными подключениями, причем за разных мест. Так, что мы для этого будем делать? Ну, давайте для этого все-таки склонируем машинку. Да? Назовем ее клиент. Подсоединим его к тому же интнету. Вот. На этой машинке и на сервер настроим айпишник, наконец. Не будем через 127.0.1 к себе ходить. Да, значит, ой, set hostname. А то запутаемся. Так. Ну, давайте для простоты на клиенте будет 10.1.1.2. А на сервере у нас будет 10.1.1. Вот. It works. И что мы сделаем? Мы напишем скриптик, который будет коннектиться к нашему самописному Hexdump серверу довольно медленно. Ну, даже вот что-нибудь типа такого. For, ну, while true. Do.
на шеле. Неткат. Ну, допустим, все тот же календарик. Неткат 10.1.1.1. Порт 12.12. Подождать 5 секунд. Поехать дальше. Вот. Вот, значит, скриптик, который раз в 5 секунд по-быстренькому что-то такое делает. Значит, плохо что? Плохо то, что мы хотим, чтобы само соединение было долгим. Поэтому давайте мы сделаем не так. Вот здесь мы поставим календарь. Дальше sleep, допустим, 3. Ну или там сколько-то. 3. 3. Date. Вот. Ну тут положим 3. Что сейчас будет происходить? Он будет выдавать одну порцию, ждать 3 секунды, выдавать другую порцию. После чего мы получим хексдамп на обе порции. Дальше он будет ждать 3 секунды и продолжать. Чего тебе не нравится? Вот. 3 секунды подождали, вот. Ждем 3 секунды. Вот, вот, вот. Такая вот картинка. Можно там напустить, было verbose, мы бы увидели, что он сначала раз, а потом еще раз. Да? Значит, одна порция данных, посылка порции данных длится 3 секунды. Вот, потом, значит, ждем, потом еще, ну, в общем, вот. Теперь, собственно, вся интересная фишка, которую мы делаем, состоит в том, чтобы... Ща. Здесь сделать sleep 2. А здесь поставить background. Адище. Или наоборот. Здесь сделать sleep 4. Здесь поставить background. Точка с запятой не нужна. Так, чем мы при этом добились? Сколько у нас неткатов вообще в данный момент работает? Ни одного, что все умерло. Простите. А точно все умерло? Да, точно все умерло. А как это мы сделали? Наверное, я сделал неправильно. О! У нас в каждый момент времени происходит от 1 до 2 неткатов. Вот. Давайте посмотрим, что от 1 до 2 маловато будет. Давайте сделаем их больше. Значит, для этого нужно что сделать? Для этого нужно это делать просто чаще. Вот, допустим, раз в секунду. Жух! Вот. Вот их 4 штуки. Отлично. Значит, что при этом сейчас происходит? У нас каждый неткат работает 4 секунды, каждый следующий запускается через секунду. То есть, фактически, мы сейчас должны на сервере обнаружить, что мы одновременно обрабатываем 4 соединения. Давайте это проверим. Ну, во-первых, вот они, 4 хексдампа. Да, вот они, нет, не они, вот они, 4 сервиса. Как видите, у них порядковые номера все больше и больше. И случайные порты отправителей. Вот. То есть в данный момент наша машина обрабатывает 4 соединения. Понятное дело, что если бы там были совсем другие тайминги, этих соединений был бы миллион, то, конечно, как бы это сказать, чтобы никого не обидеть, все бы у нас сдохло. Соответственно, операционная система, в данном случае System D, берет на себя задачу по ограничению количества
одновременно вот этих вот одновременно запущенных, зафорканных сервисов. Берет на себя задачу, а что делать, если взял он и упал с каким-то неправильным кодом возврата? А что делать? Ну, короче, и так, короче говоря, операционная система берет на себя решение всяких интересных, связанных с эксплуатацией нашего сервиса задач. Тем временем там уже 130 раз вся эта машинерия отработала. Давайте мы выключим ее. Все, выключили. Вот, значит, у нас осталось 10 минут. На что у нас осталось 10 минут? Тут я все рассказал. Где-то в это время должен был начаться рассказ про, или вернее так, в эти 10 минут предполагалось втиснуть только в начало рассказ про программирование, но вот видите, оно бы точно не влезло. Давайте я лучше вот что расскажу. Чисто теоретически пока что без особой практики, потому что мы для этого все эти сервисы у нас тут, они просто не запущены, не установлены. Сделаю это просто на своей машине. Сейчас. Вот. Или даже не так, а вот так. Вот текстя. Смотрите, мы сейчас говорили про прикладной уровень, про ситуацию, когда мы сопоставляем некоторому порту некое приложение и либо заставляем приложение само работать сетью, либо, как в случае, допустим, демона X и нет D, который использовался до появления, значит, системдэшного сокет активации, или в случае системдэшной сокет активации, сетевую часть делает операционная система и ее компоненты, а наш, значит, прекрасный демон, наш прекрасный сервис просто обрабатывает текстовый поток. Но, в принципе, возможно, более хитрая задача, она называется RPC, Remote Procedure Call, когда мы должны не только к конкретному приложению обеспечить интерфейс со стороны операционной системы, а еще и к какой-то конкретной функции конкретного приложения. Это очень древняя идея, RPC множество раз реализована. Я, честно говоря, не знаю, существует ли какая-то другая служба системная, помимо NFS, Network File System, которая этим самым RPC пользуется. Вот. Идея состоит в том, что когда вы собираетесь предоставить к пользователю интерфейс не к конкретной там службе, а к конкретной функции, у вас внезапно возникает проблема версионирования, то бишь проблема совместимости по API этой самой функции. Вы хотите вызвать функцию вот с той машины, а на той машине вы систему не обновляли. Ну, мало ли что. И там эта функция предыдущей версии, а у нее там другие параметры, например. То есть одно дело, когда вы говорите, у нас тут сервис, он работает по такому-то протоколу, внутри самого протокола на прикладном уровне обеспечена совместимость по API, да? Ну мы проверим, какой, значит, у клиента API, какой у сервера API, как-то договоримся. Другое дело, как мы и это хотим вывалить на операционную систему, то есть запустить специальную службу, которая называется PortMapper. Вот, ну точнее она называется RPC-bind, потому что там не только PortMapper, которая бы обслуживала запросы, дескать, расскажи мне, какие у тебя есть вообще группы функций, какого версии эти группы функций и как к ним ходить. Вот. А выглядит это примерно так. Вот у меня на текущей машине запущен PortMapper. Вот. Он бывает версии 3 и версии 4. Это на IPv6. Это IPv4. На IPv4 он еще бывает версии 2. На IPv6 он версии 2 не бывает. Вот. Вот он слушает этот PortMapper только на локальном порту. Обратите внимание, PortMapper на моей машине слушает только на порту 127.0.0.1. Это значит, что никто снаружи ничего не узнает про него.
Вот. Правда, тут есть еще зарегистрированный сервис, который просто показывает статус. И вот у этого зарегистрированного сервиса есть два числа. Я честно не знаю, что это такое. Это, по-моему, номер функции или двухбайтный идентификатор. В общем, не знаю, да, какое это отношение. Какой-то идентификатор внутри протокола RPC-BIP. Вот. Значит, что у нас у RPC-Info бывает еще? Он бывает еще вот такой. Ну, собственно, это укороченный вариант. И он бывает еще... Забыл. А, вот такой бывает. И это все, что видно изнутри. Ну, тут довольно сложно. И еще вот такой. О, да. Вот такой вариант, он такой более групповой. Тут сразу видно, что есть портмаппер. Это программа номер... Сколько там? 100 тысяч. Они начинаются со 100 тысяч. Она бывает версии 2, 3, 4. Она слушает на локальном сокете, на UDP, на TCP, на UDP6, на TCP6. Вот. И есть функция, которая называет, сервис, который называется статус. Вот. Он имеет номер 100024. У него есть единственная версия 1. Вот, да. Теперь давайте попробуем обратиться к какому-нибудь другой машинке, на которой таких служб больше. RPC-Info, ну, допустим, вот мой файловый сервер. Вау! У него есть портмаппер. А еще у него есть та самая служба NFS, которая себе зарегистрировала кучу всяких сервисов. Есть MountD. Это программа номер 100005. И этот MountD, он на целом куче всего слушает. Есть программа статус, разумеется. Есть NFS, Network File Server, который имеет номер 100003, вот, со своим идентификатором, и он бывает версии 3 и 4, а 2 не бывает, кстати, а раньше был. Вот, есть отдельно программа, которая обеспечивает передачу по сети ACL-ей, юниксовых, не этих самых, не, забыл слово, короче, не RVX, а именно ACL-ей, чтобы можно было там их выставлять. Вот. Она отдельная, она имеет номер 100227 и, соответственно, вот. Хотя, обратите внимание, они вот здесь вот одинаковый идентификатор имеют. Я вот честно забыл, что это такое, не буду врать. Вот. А еще есть лог менеджер, который предназначен для того, чтобы если к одному файловому серверу ходят несколько клиентов, чтобы, например, файлы, которые открыты на чтение одним клиентом, не давать открывать на чтение другим клиентам. Ну, со слов. Вот. И у него тоже есть, значит, он может работать по TCP и по UDP. Это два разных номера. Он тоже бывает 1, 1, 3, 4, 2 не бывает, обратите внимание. Вот. Ну и, соответственно, на IPv6 тоже работает. Вот такая вот фигня. Давайте попробуем с другими ключиками обязательно. Ну вот это статистика по использованию. И это компактное представление того же самого. Вот. И что там еще у нас было? Да, собственно, больше ничего. Обратите внимание на то, что мы как бы таким самым перешли к следующей теме нашей следующей лекции, а именно какие бывают системные службы, которые службы работают на определенных прикладных протоколах и обеспечивают функционирование этой вашей сети, ну или чего-то такого поверх сети. Да? В данном случае RPC, BIND, да, это именно такая системная служба, которая работает по протоколу, собственно, портмаппер или там наоборот, RPC. Да? Это одно и то же. RPC, BIND, портмаппер — это одно и то же. Вот. Сидит на 111 порту. Мы знаем, что 111 порт — это как раз и есть портмаппер. Вот. Он же RPC, BIND. Вот. Да, и по специальному протоколу происходит дальнейший разброс и регистрация тех сервисов, которые предоставляются, номеров функций, версии этих функций, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот.
Так что дальше в этом разбираться очень неохота и, наверное, не надо, потому что время наше подоспело к концу. Что можно сказать в окончании? Значит, смотрите, не так уж много мы можем сделать со стороны операционной системы, когда говорим, что мы обеспечиваем вам транспортный уровень, дорогие приложения, парсите только ваш прикладной SDN standout. Почему? Потому что современные сервисы, ну не знаю, веб-сервер, это очень высоконагруженные штуки, и по-хорошему они сами должны справляться со всеми вот этими задачами, которые мы перед ними поставили. Это они должны выполнять балансинг, это они должны принимать решение форкаться или тредаться, или не форкаться вообще, а делать, значит, оставлять клиент в ожидании или посылать ему TCP-ресет со словами, знаешь, не дам я тебе. Вот. Это они должны следить за потреблением своих собственных ресурсов. Разумеется, не в смысле того, что, ну, сожрать всю память и обрушить систему, а в смысле, чтобы балансировать, да? Операционная система сама позаботится о программе, которая сожрала всю память, просто убьет ее. Да? Но когда мы имеем дело с каким-нибудь веб-сервером, почти наверняка там начинаются всякие упражненьки на уровне именно прикладного уже совсем протокола. Вот. Раньше в этой лекции, почему, собственно, тут образовалась щель, раньше в этой лекции я демонстрировал работу прикладного протокола как текстового, а давайте мы это сделаем напоследок и на этом все, собственно, закончим. Давайте мы продемонстрируем работу прикладного протокола как текстового. Для этого мы просто скопипастим это откуда-нибудь из интернета. Отлично. Ну вот у нас есть клиент, сделаем ему интернет, да? Жмак. Неткат, ну скажем, а у нас вообще работает какой-нибудь DNS или не работает? Работает у нас DNS. Интересно, почему? А, потому что DHCP его настроил. DHCP его настроил. Настройкой DHCP, кстати, будем заниматься в следующий раз. Вот, значит, давайте скажем netcat yaru по протоколу 80. И давайте что-нибудь ему скажем. Get slash, значит, вот сейчас мы разговариваем с сервером я.ru по прикладному протоколу HTTP. Как раз примерно таким же образом, каким у нас systemd преобразовывал все эти сетевые фигни в прикладной протокол. Вот мы сейчас мы скажем get, что там, кого get? Протокол HTTP версия 1.1. HTTP slash 1.1. Так. А, еще от кого? Хост. Ну, яру. Не от кого, кого. Я.ru. Все. Пустая строчка означает, что запрос послан. Bad request, говорит. Че тебе не нравится? А, bad request. Неправильно сказали. А как правильно? Задание. Ну, блин. Я вышел, я нашел пример. Вот тут написано окей, а что было не так? Что я сделал неправильно? Давайте еще раз. Get индекс. А, знаю. Короче, о, не надо было стрелочки там нажимать. Смотрите, вот мы присоединились, и мы говорим, вот, смотри, дай мне страничку. Он выдал страничку. Давайте попробуем еще какой-нибудь индекс HTML. А, нет, давайте несуществующую страничку попробуем. О,
Это не существует, то есть страничка так выглядит. Not found, она сначала дает нам not found, а потом еще и всякую диагностику. Ну хорошо, давайте выйдем отсюда. Вот, то есть фактически мы с вами работали таким вот интерпретатором текстовой командной строки вход-выход, вход-выход по протоколу HTTP. Я раньше еще демонстрировал, как посылать почту по протоколу SMTP, как подключение делать по протоколу FTP сложные, но протокол FTP больше не существует. А вот, ну, давайте, интересно же, а что будет, если я присоединюсь на 25-й порт? Не пускают меня на 25-й порт Яндекс.ру, ну, бог с ним тогда, с 25-м портом, с ним тоже все плохо. Вот. Наверное, на этом все. Тем более, что время наше вышло. В следующий раз у нас тогда всякие DNS, DHCP, вот это все. То есть, что нужно для работы операционной системы. Если есть какие-то вопросы, задавайте их сейчас, потому что самое время. Но судя по тому, что все застыло в нерешительности и даже как это, треп в чатике отсутствует, видимо, вопросов нету. Тогда всем всего доброго. Давайте, значит, надеяться на лучшее. Вот. И до новых встреч в эфире.